Шахта, где работают Николай Скрипник и его товарищи, одна из старейших и в то же время самая современная в Донбассе. Она модернизирована, насыщена новой техникой. Производством управляет электронно-вычислительная машина. Обновился и коллектив, пополнился молодыми горняками со средним и средним специальным образованием. Николай – представитель шахтерской династии, заканчивает горный техникум. Вместе с товарищами побывал в лаве у Мурзенко, Колесникова, а это тоже наука. И вот уже с марта молодые горняки обогнали своих учителей. Сейчас они добывают по 5000 тонн антрацита в сутки. Это столько же, сколько целая шахта. В апреле по инициативе коллектива мы решили добыть 120 тысяч тонн угля, достичь наивысшей производительности труда. По инициативе нашей бригады апрель объявлен ленинским месячником смотром достижения наивысшей производительности труда. В этом месяце, в день рождения Владимира Ильича Ленина, мы решили добыть около 7 тысяч тонн угля. В день открытия 18-го съезда ВЛКСМ повторить эту добычу.